появился тренер, открывающий все оружие в игре. Давайте заценим, как он выглядит. Ну, не как он выглядит, а что он открывает. Итак, это какой-то револьвер стандартный, он и так, наверное, есть. А это маузер. Так, дальше что? Ну, это кольт какой-то, видимо, он и так есть. Еще один какой-то револьвер, магнум, наверное. Так, автоматик какой-то прикольный. Классно вообще, звучок классный. А, я терминатор, бля. Так. Еще один какой-то автомат. Немецкий. О, как прикольный этот мент. Еще говорят, физики тел нет. Ну, физики, может, и нет, но вполне нормально вообще, мне нравится лично. Так, дальше что? Еще какой-то автомат прикольный. Но это, по-моему, в миссии такой есть. А у ментов такой, таких пушек нету. Следующий. В Call of Duty такой был. Американская, по-моему. Американский автомат. Дальше. Да ёпты, а? Так, следующее. Что там за гандон звонят, бля, идиоты? Так, следующая винтовочка. Гранатки. Блин, что они так быстро взрываются? Опасно. Так, зажигательная смесь Молотова. Нам нужен мент для испытания. Ух, сколько машинок. А говорят, трафик маленький. Нормальный трафик. Так, ну все, собственно говоря, закончились на этом пушки. А нет, смотрите, у этих тоже винтовки появились, у ментов-то. Вот этот прикольный.
Все, пизда.